Здравствуйте, друзья шоу «Веры». Как приятно, как радостно снова начинать эту программу «Веры». Меня зовут Давид Суарес, и я в очередной раз здесь с радостью и верой во имя Иисуса. Верю, что Бог начинает строить вашу новую жизнь. Вскоре начнется выступление доктора Суареса. Мы будем обсуждать тему, которую Иисус считал настолько серьезной, что Он лично объяснил это своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 15. И Он говорит следующее. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Когда вы поймете смысл, вы приблизитесь к делам Божьим, к промыслу Божьему, и Божий план откроется вам, потому что ветвь срастается с деревом, и сок может пройти только через ствол, а отрезанное дерево ветвь умрет. Так человек, отдаленный от Бога, мертв, он ничего не может, у него нет сил, чтобы преодолеть какую-либо проблему. Все это вы узнаете из проповеди доктора Суареса. А когда человек неблагодарен Богу? Сегодня мы увидим человека, который был неблагодарен Богу. Паулу был тем, кто начал становиться ближе к Богу. Бог открывал ему свой замысел, и у Паулу начал процветать. Но он забыл Бога, отвернулся от него. И зло пришло и отняло все у Павла. И он понял, увидел, что поступал неправильно. И он начал поступать по вере. И скоро вы узнаете, какая жизнь Павла сегодня. И после истории о реальной жизни мы будем молиться за вашу жизнь, веря, что Бог сделает, даст ответы и благословит вас во имя Иисуса. Готовы к благословению? Начинается проповедь доктора Суареса. Вскоре я вернусь во имя Иисуса. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, позвольте мне вернуться к той же теме, где я остановился на прошлой службе, на последней службе, где Бог нам рассказывал многое через Иоанна, глава 15. Тема более чем серьезная. Господь Иисус мог послать пророка, чтобы дать это учение тогда, но Он сам решил, что Он лично должен рассказать об этом, учитывая важность и серьезность этого вопроса. Откройте свою Библию на Евангелие от Иоанна, глава 15, и посмотрим, что такого Бог говорит нам здесь. Он говорит так. Послушайте, Иисус, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Не существует такого, чтобы был человек, который был бы посредником для Бога или источником вдохновения для вашей жизни. Мы, люди Бога, самое большее, что можем дать, размышлять над Словом и над тем, что Бог предоставил нам передать вам. Но то, что мы перед вами открываем, это нечто обычное, до чего вы могли дойти сами. Самое важное – это то, что Бог говорит в вашем сердце. И он истинная виноградная лоза, нет другого. Уже приходили разные просвещенные люди, не очень далекие, которые даже создавали учения, религии, но которые не имели никакой ценности. Очень слабо понимание человека. Он есть лоза, и это лоза жизни. Он не говорит одна из лоз. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Во втором стихе он говорит, «Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». И вот это вот предупреждение очень серьезное. Отец виноградарь, и отец не будет нянчиться с человеком, что привился к Иисусу, и который должен дать плод, так как он, лоза, предоставляет ветви давать плоды. Человек не дает плода, потому что он не хочет, потому что Бог хочет нас использовать, кем бы мы ни были, каким-либо способом Бог хочет говорить через вас. Вы можете быть профессором университета, известным врачом. Вы можете быть знаменитым художником, хорошим профессионалом. У вас есть обязанность давать плоды, поддерживать собой течение жизни лозы и благословлять других. И он говорит, всякую ветвь, домохозяйка, обратите внимание, вы, уважаемые, должны дать плод. Девушка, юноша, начинающая жизнь, вы должны дать плод. Если не даст плода каждая ветвь, не некоторые ветки, нет, всякую ветвь во мне, не приносящую плода, отец берет секатор и отрезает, убирает, удаляет.
и вы будете отделены от Бога. Будете тем человеком в церкви, кто ищет, ищет и никогда не получает, так как вы не даете. Лишь давая, мы получаем. И он продолжает здесь следующее. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Он очищает. Это очень хорошо. Доктор Суарес, я нечистый человек. Мои мысли грязны. Мои желания просто ужасны. Потому что вы не даете Иисусу вас очистить. Виноградарь, то есть Отец, выполнит свое слово, что Иисус придет в вашу жизнь, и вы станете абсолютно чистым. Если бы такой человек, кого Бог не имел бы возможности очистить, а какому Богу сказал бы, попробовал, нет способа, он не был бы Богом. Так и запишите, если вы хотите, Слово Божье вас очистит, и не будет ни соринки, прилипшей к вашей душе, не останется там. Доктор Суарес, мне необходимо, это не нужно, мне нужно, вам нужно, мы все нуждаемся в этой полной очистке, которую виноградарь будет делать. И всякую, он сказал всякую, не может быть одной не хватать. Нет, приносящую плод очищает, однако, если она не дает плода, он не чистит. Хорошенько посмотрите, в чем тут дело. Он не говорит, что будет очищать ту ветвь, что бесполезно для лозы. Например, пастор, который не евангелизирует, который не молится. У вас есть обязанности, кем бы вы ни были, потому что если у вас соринка и вы не даете плода, он не чистит. Грязь так и остается. Нет шанса, что Бог благословит людей, что не дают плодов. Итак, начните с сегодняшнего дня приносить плоды. И всякую приносящую плод очищает. И для чего очищает? Чтобы более принесла плода. А не чтобы стала еще богаче, и иногда может даже стать. Более благословенный тоже может стать. Но он не хочет сделать из вас благословенный остров. Нет, он хочет сделать из вас источник, чтобы вы помогали другим людям, своим домашним, своим друзьям, коллегам по работе и даже незнакомым. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне». Это не Бог делает. Вы решаете, я пребуду в Боге. И я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Брат мой, ветвь, срезанная с лозы, не даст плода. Она засохнет. Вам необходимо пребывать в Иисусе. И как же это, доктор Суарес? Вы должны начать читать Библию ежедневно. Вы не можете играть с духовными вещами, которые наисерьезнейшие. У нас есть один враг, противник, сатана, который использует тысячу и один способ, чтобы вырвать нас из присутствия Бога. Он нас проверяет. Он приблизительно, как те страны, что любят воевать. Они воюют не на авось, нет. У них есть информаторы, которые знают, где там есть гора, где протекает река, кто живет там, за этим мостом, и как это то, и как другое, протяженность, мощность. Это они знают обо всем. Когда они приходят и разрушат все. И дьявол то же самое. Он уже искушал вас с момента вашего рождения. Он знает, что вы не выдержите провокацию, что вы не выдержите обольщение, что вы не устоите. И тогда он посылает свои войска, своих солдат, чтобы суметь украсть у вас лучшее, что вы имеете. Если вы не пребудете в Иисусе, читая Библию, «Господь, говори со мной, Господь, я не хочу быть тем, кем я пока являюсь, Иисус, я хочу очищения, я хочу, чтобы эта грязь исчезла с моей души, которая прилипла, это искушение, эти шрамы, я хочу, чтобы эта косточка, что колет меня изнутри, я хочу убрать, Иисус, я хочу иметь чистые глаза, я хочу иметь чистые уши, я хочу иметь здоровый рот, я хочу иметь разумное мышление, я хочу иметь уважение к Господу в моей жизни, Иисус, я хочу быть благословением». Начните так делать, и вы увидите, как вы вырастете, вы будете искать Бога, вы будете служить Богу, и Бог будет вам помогать. Итак, он сказал здесь, в 4 стихе, «Прибудьте во мне, вам необходимо пребывать в Иисусе. Иисус, мне нужно тебя чувствовать, я должен пребывать, я должен чувствовать, что твой дух меня использует, и я в вас». И он должен быть в вас. Говори со мной, благослови меня. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Если вы не пребываете в Иисусе, вы не дадите плода ни в коем случае, как с помощью Иисуса.
То, что вы сможете произвести, это простые вещи и иногда плохо сделанные. Но когда вы пребываете в Иисусе, когда вы подключены к Сыну Божьему, когда сила Бога вас использует, мой брат, моя сестра, вы принесете плоды и даже очень много плодов. И сейчас стих под номером 5. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Не получится сделать без Слова Божьего. Ах, я хочу быть благословением. Вы хотите быть благословением? Бог вам даст, но в этом нет магии. Вы должны искать в Слове Божьем то самое откровение, то, что говорит с вами. Это и есть ответ. Это Иисус в вашей жизни, что принесет вам благословение. Если вы будете только есть с чужих рук, вы приходите сюда в церковь и слушаете, пастор Жайм использует Бог, доктор Суарес иногда использует, здесь есть служитель «Чистое благословение», все они борются, чтобы сделать лучше, но вы идите из наших рук. И иногда наши руки даже наполовину пусты, потому что где-то поленились, чувствовали большую ответственность, были не очень сосредоточены. Но вы должны быть едины с Богом. Вам нужно каждый день читать Библию, молиться, размышлять над Словом, намереваться, начинать использовать его для себя. Тогда, когда придет серьезное испытание, вы повергнете врага, вы победите эту силу зла. А если этого не произойдет, вы проиграете битвы. Итак, Господь Иисус говорит в 5 стихе: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Позвольте мне спросить вас, вы приносите много плода? Доктор Суарес, а случай к случаю Бог меня использует. Я не принес ни одного плода. Вы не пребываете в Иисусе. Если Иисус придет сейчас, вы останетесь. Лоза растет сама со своими ветками. Она не возьмет отдельную ветвь. Вновь обратимся к стиху. «Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода». Это проверка. Вас проверяю, взгляните. «Доктор Суарес, прошу милости. Я даю плод наоборот. Я все время подвергаюсь искушениям, всегда поскальзываюсь. Мой брат, моя сестра, вы в опасности». Если Иисус придет сейчас искать церковь его, что тогда случится? Лоза поднимется, и ветви, что на ней сопровождают. Это единая лоза, а те, что не с ней, останутся. Брат мой, это серьезный вопрос. Бог мой, это чтобы вы сегодня проснулись, говоря: «Боже, я в опасности, жуткой опасности». Мы не знаем часа, когда Иисус вернется. Взгляните на 10 дев, 5 были разумные, 5 безумные. Безумные остались, были девственные. Они ожидали своего господина. Они не были во грехе, нет. Ни одна из них не сделала ничего неправильного. Нет, лишь не имели масла. Пришел господин, а они не смогли войти. У вас есть масло? У вас есть сок жизни? Здесь говорится, если вы приносите много плодов, а если вы не приносите много, немало, понимаете? Это серьезный случай. Если вы не приносите много плодов, вы не пребываете. И если он придет сегодня, что произойдет? Лоза поднимется, и все ветки с нею, а те, что по отдельности, останутся. Или он будет их там собирать? Нет, нет, вы мне нравитесь, вы красивый, да? В конце концов, посмотри на свое милое личико. Милое личико, что останется в одиночестве. Потеряет благословение Бога. Этот вот стих, чтобы встряхнуть любого человека. «Боже, я нуждаюсь в помощи. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает...» Я говорил, что это очень дело серьезное. Он пришел предупредить персонально, не отправил говорить ни одного пророка. Пророк бы не смог. Он говорит: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Итак, проверьте себя. Если вы не даете много плодов, вы не пребываете в нем, и он в вас. «Ибо без меня вы не можете делать ничего». Это невозможно, чтобы человек оставался на лозе и не приносил много плодов. Невозможно. Этого не может быть. Если находится на лозе, этот человек дает много плодов. И Бог говорил с вами серьезно. Позвольте мне помолиться. Отец, то, что мы только что услышали,
потрясло нас. Мы все интересуемся, какую одежду купить к Рождеству, на конец года, на свадьбу, путешествие. Делаем накопление, чтобы купить собственный дом, автомобиль. Думаем о том, чтобы в будущем закончить курсы. И все это законно, отец. Но мы не приносим много плодов. И Боже там, чтобы разбудить. Бог, чтобы принять сегодня решение, отказаться от всего лишнего. Нет, нет, мне необходимо. Я должен быть этой ветвью, соединенной с лозой. Отец, помоги нам. Во имя Иисуса. Аминь. Сейчас переходим к истории из реальной жизни, где увидим человека, рассказывающего о чуде. Включите видео. У Павла есть заветная мечта. Он хочет преуспеть в своей карьере. Он начинает смотреть программу «Шоу Веры», чтобы Господь Бог указал ему верный путь и внимает каждому слову, произнесенному доктором Суаресом. Он призвал к спонсорству. И я почувствовал сердцем Бога. Я чувствовал даже сумму, которую я должен спонсировать. Я позвонил, получил банковские данные церкви и сразу же перевел деньги по телефону. И на следующий день мой босс позвонил мне и сказал, что меня повысили в должности. И с того дня мы всегда оставались верными и продолжали быть спонсорами. И так в достатке и спокойствии прожили 2-3 года. Бог сильно благословил его профессиональную жизнь. В компании все шло очень хорошо, меня снова повысили. Я получил хорошую должность в этой компании. Но я начал работать намного больше и оставил церковь немного в стороне. Я отдалился от Бога. Именно я, она была против этого, но я сказал, нет, я занят, я должен заниматься делами фирмы и полностью забыл о Боге. В ноябре 2005-го я потерял работу, потерял почву под ногами, потому что работа стала чем-то очень важным в то время, моя карьера, и мы потеряли все с того момента. Когда мы отдаляемся от Бога, мы открываем двери, и враг может действовать. Мы должны были продать абсолютно все, что у нас было, чтобы выдержать ту ситуацию. Если бы нам тогда не помогли, не дали ее родители, потому что я жил очень далеко от моих родных, у нас не было бы ни еды, ни воды. Даже воду для купания мы носили оттуда, из дома ее матери. У меня началась глубокая депрессия, потому что карьера для меня была всем. Я потерял многое. Я думаю, что это был хороший урок от Бога для меня, что Бог стоит превыше всего. Прошло 8 месяцев, как я стал безработным, и потом мы должны были иметь терпение, чтобы показать Богу свое большое сожаление и покаяние, истинное покаяние, чтобы Он мог дать нам этот второй шанс. Мы снова вернулись к Богу, искали присутствие Бога, просили прощения, мы покаялись за все. Мы вернулись, чтобы спонсировать программу, быть верными в десятине и в наших пожертвованиях. И слава Богу, Он все восстановил. Дом наш. Сегодня имеем 4 спальни, 2 ванны комнаты. И дом, я думаю, что этот дом хорошо спланирован. Сегодня это благословение. Я вернулся на руководящую должность. Сегодня я работаю в одной крупной компании, и слава Богу. Вернулось процветание, и страдания полностью закончились. Сегодня Павел признает, как важно быть преданным служителем промысла Божьего. Я на самом деле сожалею, что тогда в прошлом отдалился. Да, я так думаю, справедливо, по закону Божьему написано. С того момента, когда мы присягаем на верность Богу, и мы полностью сознаем, что все это не наше, и мы возвращаем Ему это же, Его. И Он щедро вознаграждает нашу жизнь. Это просто благословение. Наша жизнь сейчас — это благословение в присутствии Бога. И мы даже не думаем, больше не думали никогда больше перестать быть верными Господу. Мы никогда не хотим отдаляться от присутствия Бога. Потому что это очень здорово — служить Господу, видеть, как Он работает над нашими жизнями каждый день. Слава Богу! Благословен будь Господь! Дорогие мои,
Есть много людей в такой ситуации. Бог призвал, человеку все шло хорошо, но происки врага, врага, что лишь хочет делать зло в вашей жизни. Он хочет вырвать вас из присутствия Бога, он будет очень стараться, чтобы вы сделали что-то неправильно. А вы, как дурачок, поддаетесь. Начал работать много и уже не имел возможности ходить в церковь. Его карьера оказалась важнее дела Божьего. В слове говорится: «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». Потерял все. Питался подаянием. Даже воду, чтобы помыться, вынужден убрать в доме у тещи. Переехал в коммуналку. И там раскаялся. В Библии есть много таких случаев о людях, что тоже раскаялись. Бился головой о пол, раскаялся, искал Бога, и Бог помогает ему, если не останавливаться, потому что тогда человек останавливается. Это обман, брат мой. Это тоже как семья, живет хорошо, но тут появляется третий человек, интересный, и один следует за интересным и разрушает всю семью. И на работе то же самое, в профессии. Приходят советы из ада. Нет-нет, Бог будет мной управлять. Что Иисус сказал сегодня? Да без Него мы не сможем ничего сделать, брат мой. Мы должны пребывать в Нем. И если не дадим много плодов, виноград рассечет, оторвет, обрежет секатором, и вы останетесь. И Он придет, а вы останетесь, потому что лишь тот, кто останется на лозе с ветками, кто будет привит, само растение будет расти, не те, что уже были его частью. Эти годятся лишь, чтобы их бросить в огонь и сжечь, потому что больше ничего не могут. Они уже засохли. Не дайте себе засохнуть. Вернитесь к Богу. Бог призвал вас. Бог вам дал эту службу. Сегодня день занять свою позицию. Нет, я буду делать то, что приказал Бог. Переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, прощение освобождает от греха? Освобождает вас от греха? Но чтобы вам освободиться от греха, вы должны исповедоваться Богу и попросить Его об очищении. В Библии говорится следующее. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Есть люди, которые исповедуются, но не хотят быть очищены. Глубоко-глубоко то самое дает им некое удовольствие, и они хранят это. И согласно нашему желанию, получите проблему в жизни. Когда вы действительно хотите, вы предстанете перед Богом, вырвете свое сердце, а потом исправите, с кем нужно исправить, поднимите голову и ступайте твердо. Потому что нет смысла, бессмысленно вам иметь 99,99% чистоты, но есть одна комнатка там, размером собачью кунуру, малюсенькая, и она грязная. Нет, Боже, убери эту собачью кунуру тоже. О Боже, кошачий домик тоже, гнездышко таракана, блохи, Иисус, очисти все, дай мне быть чистым, чтобы смочь смотреть в твои глаза и иметь единение с тобой. Не оставляйте ничего, ничего, ничего. Иисус говорит так: и смотрите, лисицы имеют норы. Если есть лисицы, что действует в вас, значит есть нора. И в час, когда вы избавитесь от норы, она будет искать другое место. Не может быть без норы. Лисицы имеют норы. Есть лисица, действующая в вашей жизни? Доктор Суарес, есть. И от случая к случаю я электризуюсь, и это дает желание: Иисус, покончи с этой норой. Я должен быть чистым во имя Господа Иисуса. Клоните головы, закройте глаза. Отец, мы находимся здесь во имя Иисуса. После того, Боже, как услышали здесь серьезные вещи, усвоили, насколько, Боже, должны себя посвятить Тебе, чтобы пребывать в Иисусе. Так как мы не хотим остаться. Отец, взгляни на этих людей. Направь свою силу в эти жизни. Отец, от макушки головы до ступней ног действуй сейчас. Я буду использовать Твою власть для Твоей славы. Во имя Иисуса, мой брат, моя сестра, я объединяю свою веру с вашей. И сейчас верьте со мной. Вся сила зла, что есть в вашей жизни, я сейчас приказываю зло, изыди из этого человека и убирайся прочь во имя Иисуса. Хорошо, мы снова здесь в студии, и когда мы получаем молитву веры, сильную, мощную и истинную, мы можем выйти с поднятой головой и сказать: «Все получится». Потому что Бог начинает действовать. То, что Бог сделал в жизни Павла и других благословенных людей, которых вы видели, Он сделает и в вашей жизни. Теперь все зависит от меня и от вас. Мы обратимся и доверимся к Богу. Есть люди, которые сейчас слушают меня, которых Бог уже касается, возможно, по-другому.
Может быть, человек, к которому я обращаюсь сегодня, переживает финансовое положение очень тяжелое время, и не знает, как решить эту проблему. И Бог говорит ему: ты можешь сейчас помочь этим людям остаться в эфире. И человек смотрит на себя и говорит: у меня нет возможности, у меня совсем нет денег, у меня многого нет дома. Как я могу взять часть того, что я имею, и помочь в деле Божьем, которое я знаю истинное? Возможно, вы думаете так. Библия говорит нам, что когда вдова подошла к пророку и сказала то же самое, он сказал ей: послушай, сначала подай мне, потому что я послан Богом, и мука в кадке не истощится, и масло в твоем кувшине не убудет. Библия говорит, что долго мука не заканчивалась, и масло тоже. То есть женщина никогда не голодала, потому что Бог это сделал. То немногое, что мы делаем с Богом, в душе дает поддержку Господа. Если же вы не почувствовали, что Бог сказал это вам, не нужно. Все идет по плану Бога. Те, которые смотрят нас в первый раз, должны твердо встать в вере. И если вы тот самый человек, вот наш телефон и наш имейл. Брат, до встречи. Да благословит вас Господь. Да пребудет Он с вами. И верьте, благословения только начинаются в вашей жизни.